Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Евген Бро, и в этой серии мы попробуем затроллить Момо вопросами и ответами. Как вы знаете, Момо все про нас всегда знает. Но в этот раз я подготовил вот такую вот троллинг-ловушку. То есть здесь будут вопросики, и вот здесь вопросики. И надо будет проходить. И тут, смотрите, есть фейковая лава. Вот, короче, смотрите, допустим, первый вопрос. Как зовут Евгена Бро? Соответственно, есть варианты ответа. Евгений, Васян, Колян. Если он зайдет вот сюда, то он сгорит. Это настоящая лава. И вот тут настоящая лава, а вот тут находится фейковая лава. И, соответственно, если он сюда упадет, он не сможет сгореть. И, соответственно, пройдет дальше и будет разгадывать следующий вопрос. И так далее. То есть ему надо все это пройти. И мы посмотрим, сколько раз он, короче, попадется в ловушку. И хорошо ли он реально знает Евгена. Да, он должен появиться с минуты на минуту. Да, он придет сюда, и мы, соответственно, начнем такой троллинг. В общем, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк. Да, и подписывайтесь на канал. Потому что сейчас будет реально веселая серия, где мы затроллим Момо. А то он думает, он все про всех знает. Вот и проверим, знает Момо все про всех, либо не знает. Да, в общем, все, дорогие друзья, погнали! О, смотрите, Момо так тихо. А это я тебя сейчас затроллю, слышь, Момо? О, Евген, ой, да что ты меня пинаешь, ё-моё, привет. Да, здорово, здорово, ты же говоришь, типа, все про всех знаешь, да? Да, я все вообще про каждого знаю, про всех зрителей, вот я вот всех все знаю, про тебя, Евген, тоже все знаю, про себя тоже знаю все. Ну ладно, иди сюда, короче, смотри, я подготовил для тебя тут разные вопросики, короче, смотри, сейчас проверим, настоящий ты Момо, либо ты фейковый Момо. Ай, блин, да что ты меня пнул? Фейковый. Сейчас, ай, нифига ты. Ну да, вот так вот. Воду меня напнул, слышишь? Да. Ну, нормально, я настоящий Момо, не фейковый, нет. Ладно, давай, проходи, короче, вопросики тогда. А вы давайте, зрители, ставьте лайк и с нами отгадывайте вопросы, то есть. Да, друзья, тут, короче, будут вопросы, викторина, и вам нужно будет... Я буду отвечать на вопросы, и вы тоже там, как бы, пишите ваши догадки в комментариях на каждый вопрос. Да, вот, короче, так первый. Как зовут Евгена Бро? Подожди, а мы с этого, я думаю, мы слева начнем. Не-не-не, мы с этого начинаем. А, ну да, 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 давай. Тебя считать может, так, ладно. Давай. Как зовут Евгена Бро? Так. Так, Евгений, Васян, Колян. Так, ну-ка, как зовут? Пишите в комментарии, друзья, как пишу, потому что я не знаю, я не знаю. Так, ладно, ладно, давай. Может, Васян. Васян, по-любому. Ой, блин, так, потужиться, потужиться сразу. Ага, о, неправильно, а не так, Васян. Стой, подожди, а значит, а тут везде лава, а тут это. А где-то фейковая, могу... ну-ка, давай. О, а в это, о, вот эта лава хорошая, смотри, она сразу меня похилила и вообще классно все. Да, и ты сразу потух. Да, так это все-таки Евгений, да? Ну, ну да, кон... логично, Евген Бро, Евгений как да, бы. Да, да, да. Следующий вопрос, и сколько каналов у Евгена Бро? Так, один, два... 100-500? Ну-ка, как? Ого. Ну-го, так, ну-ка. Да, наверное, 100-500. Ну, наверное. О, все, сгорел, сгорел нафиг. Блин, друзья, увидели реально? Так, нужно... Ой, сейчас, секунду. Давай, я давай, давай. Туда, спаунпоинт так, ну-ка. Евгений, проходим. Так, ну-ка, вот здесь сразу спаунпоинт ставь. Давай, дальше, дальше, дальше. Спаунпоинт, так, 100-500. Ой, блин, нет, стой, не 100-500, а. А, читерит, читерит, читерит. А, все, все, давай. Так, ну ладно, хорошо, два канала, два канала. Два канала, так, о, все, а, хорошо. А, стой, подожди, два, не работай тоже, я тоже задыхаю, ты. Да? О, а, это я напутал, ничего. Ты нормально вообще придумал, ты, блин. Ладно, все, проходи, проходи, это ошибочка. Ты, блин, ребята, напиши в комментарии, я думаю, меня троллит жестко. Ты. Давай, давай, когда день рождения у Евгена, ну-ка. Так, зима, осень, лето. Так, ну-ка. Ну-ка. Так, ребята, быстро заходите на страничку Евгена Бро ВКонтакте и смотрите. Давайте быстро, 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 быстро. Да, ВК, и подписывайтесь, подписывайтесь. Так, пишут в комментариях, что это лето. Так, ну-ка. Да. О, прошел, прошел. Подписчики, спасибо, что вы написали, блин, классно. Итак. О, слушай, что Евгена придумал? Чё? Давай, короче, подписчики тоже будут отвечать с нами на все вопросы. И потом в конце...
в комментарии напишет, сколько, вот сколько тут вопросов будет максимально. Ну короче, просто пусть напишут, короче, на все правильно ответили, либо не на все, вот так. Да, вот, например, тут 15 вопросов, вы напишите там, я ответил на 5 из 15 или типа. Да не, просто на все или не на все. Да, так, ну, вот вопрос к тебе, Момо, кого ты больше любишь? Кого я больше люблю? Подписчиков? Хейтеров? Себя? Ну-ка, такой вопрос. Если я Момо, то, конечно, как бы себя. Опа. Опа, а вот неправда, должен любить всех? Блин, так, ладно, всех надо любить? Ну, всех, конечно. Даже хейтеров? Не, ну хейтеров не надо. В данном случае тут, как бы, видишь, подписчики, значит, так подписчиков, да, ну-ка. Да-да. Подписчики? Да. О, да, друзья, получилось, все. Так, ну-ка. В какой стране живет Евген? Ну-ка. Так, давайте думать. Россия, Украина, Австралия. Интересный вопрос. Украина? Украина? Или не Украина? Человек, погнали! А вот... Вот ты что, как ты пропрыгнул? А, так ты в Украине живешь? Нет, я в России. Я так и знал, что ты в Украине. А, не-не-не, в России. Ты просто читерил, короче. Так, кто ты по жизни? Ну-ка. Кент, мент. Да, и очень плохое слово, так, ну-ка. Так, а ты кто по жизни? Ну, вопрос к тебе адресован, давай, отвечай. Так, ну че, народ, погнали. Может, ты мент? Все, правильный ответ, Бобус. Ты че читеришь-то? Нельзя прыгать, слышишь? Я на тебя сейчас медлительность повешаю. Да, последний был правильный. Давай, все, нельзя прыгать, понял, глупый Момо? Все. Продолжу фразу, ты не думай, ты не тупи, не рассуждай или не говори. Не тупи. О, свинка. Все, опа. Ну вот, так, ладно, значит, не рассуждай. О, все, прошел. А, блин, прыгать нельзя. Ну, короче, да, это... Да. Правильно. Да, теперь дальше. Видел ли Евген и школьник в реал лайф? Это абсолютно странно поставленный вопрос. Видел ли Евген и школьник? Ну, ты не думай, ты не рассуждай, ты на вопрос отвечаешь. Ну, что видел Евген и школьник? Ну, друг друга, в смысле? А, друг друга? Так, значит, да, нет... Их обоих не существует. Да, их обоих не существует. Все, это был неправильный ответ. Момо что-то вообще ничего не знает. Что, потерялся? Так, ладно, значит, тогда, значит, да. Так, оба. Продолжу фразу. Есть тут кто? Нету здесь никого? Ой, нету никого, вот. Только там нету здесь никого, по идее. Ну да. Что это такое? Тут... Ну, а так вот, типа, непонятно чего. Оп. Это как в Балде, да? Типа, вот это пример последний. Да. О, нет, блин. Все, что-то вообще, Момо, что-то... Вообще тут рипается. Да, друзья, ну, блин, так. Видел ли Евген? Так, ну, видел, ладно. Хорошо. Нету тут никого. Ай, блин, так, нет, все хорошо, это хороший ответ. Так. Девочки или мальчики? Вот это я вообще не понял, в смысле девочки. Ну ты просто выбирай, короче. Ну почитай варианты ответа. Девочки, мальчики. Ну как сказать, о-ля-ля. Так, ну-ка. Так а что мне тут ответить? Ну не знаю, может это троллинг такой, давай, думай. Какой троллинг? Ну ты выбирай, может. Давай, выбирай вот. Девочки, мальчики. Давай о-ля-ля, я не знаю, сейчас погоди, я спаунпоинт поставлю, что это вообще за... Оп. Так а в смысле о-ля-ля, что такое о-ля-ля? Ну не знаю, думай сам, так, ну-ка. Мальчики. Так, ну-ка. Да блин, а в смысле, а в чем прикол? Ну, не знаю, так, ну-ка. Девочки. Да блин, ты же... Ну да, тут нету правильного ответа, круто, да, троллинг? Иди сюда, на тебе мясом по голове. Так, давай, следующий. А лайк-то ты поставил? Да? Нет, так тихо, не бейся. Ты поставил? Да, нет, я хейтер. Ну чё? Ну я ж Момо как бы, так что я хейтер. Ну а ты, ну всё, и... а хейтерам тут не место. Нет. Стоп, это правильный ответ. Ну ты же хейтер. Я знал, что ты хейтер. Это правильный ответ считается? Так это было да. Ну и там... А да, я сгораю, алло. Ну я просто знал, что ты выберешь, поэтому ты не думай, ты не рассуждай. Ты чё, Евген? Да, короче, друзья, ставьте лайк быстрее, чтобы вы не были хейтером. Так, давай, телепортируй меня тогда дальше. Сам тёпайся ко мне, давай, погнали.
Так, телепортируй. А, или я ты, тебя. Ты, давай. Я тебя. Нет, так. Вот, друзья, значит, следующий, это еще не был конец. Так, сейчас спаунпоинт поставлю. Блин, меня горит пукан. Сейчас. Давай, тушись. Все, так, давай, короче, как зовут школьника? Так, друзья, а эта викторина будет... То было про Евгена, да, получается? Это про школьника. Ну да, так, ну-ка. Так, как зовут школьника, значит? Школьник или Игорь? Школьник. Пам-пам-пам. Угу, сразу сгорел, нифига. Да, это жестко. Так, у меня просто хп было мало. Ладно, Игорь, значит, зовут его. Так, хорошо, дальше. В какой стране живет школьник? Так, Уругвай. Уругвай. Или Украина? Уругвай. Не, ладно, Украина. Так, ладно. Так, все, тихо, да, спокойно. Большие какие-то тут пролеты, е-мое, между этими. Ладно. Евген и школьник виделись в реальной жизни? Кстати, видишь, этот вопрос был раньше написан, чем твой. А не про... В смысле? Плагиат. Не плагиат, так, давай. Плагиат. Так, да, нет, ну мы уже ответили, что да, поэтому как бы, значит, да, так. Так, а ну-ка, свинка сейчас, ну-ка, свинка. А ты чё бьёшь? Ну-ка, а ну-ка не обижай свинку. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос, так, ну-ка. О, так. Как Евген и школьник познакомились? Так, и как, ну-ка. Маршрутки в интернете. Ну, по-любому маршрутки. Да, я тоже так думаю, погнали. О, е-мое, неправильно. Это знаешь, типа, это не шутки, мы встретились на шутки. Ну-ка, давай, зажигай. Оп. О, брейкданс, все, давай, дальше проходим. Так, давай, в интернете тогда. Так, значит, дальше. Кем работал школьник в сериях Евгена Бро? Охранником пятерочки? Уборщиком грязных туалетов. Ну-ка. Ну, я думаю, второй, конечно. Охранник пятерочки, он там Соника защищал и так далее. Не, наоборот, он с Соником боролся. Да. Он его не защищал, они там ну боролись. Да, ты не рассуждай. Давай. Следующий вопрос. Кто главный враг школьника, значит? Соник-мутант, вот видишь, как раз Соник. Ага. И подлец. Так. Ну я думаю, конечно, скорее Соник-мутант, как ты сегодня уже мне дал подсказку, так что все. Так. Значит, Соник-мутант. Так, ну че, народ, погнали нафиг. И тут два варианта. Не, мне лень, или... Ё-моё. Ну че, народ, погнали нафиг. Не, мне лень. А, ну ладно. Ай, блин. А, ты все сгорел так. Так, сейчас я тебе, так, то есть, погоди. Так, а где ты там? Ну вот я тут. А, кстати, мы пропустили этот вопрос, он был... Ё-моё! А, блин, стой! А, я снова сгорел. Сейчас, секунду. Погнали дальше. Давай, следующий вопрос, короче. Кто открыл... Кто открывает в сериях Евгена? Ну-ка, и кто? Убо. Школьник или настоящий ММО? И кто же отыгрывает? Ну-ка, пам-пам-пам! Пам-пам-пам! Настоящий ММО! Да, смотри! Нифига себе! Я говорю, блин, так. Ладно, это был школьник, на самом деле, это все школьник. Я на самом деле школьник, ты не знал? О, нифига. А я думал, да. Что у тебя тут написано? Ну ладно, давай, следующий. Следующий вопрос. Зачем Евген Бро школьник снимает видео? Да, зачем Евген Бро и школьник постоянно снимают видео? Друзья, смотрите, тут варианты. Им нечего делать или они любят своих подписчиков и снимают видео, чтобы радовать их новыми сериями. О, а ну-ка, и какой вариант? Конечно же, вот этот вот вариант. Потому что они любят подписчиков и снимают ради вас. Да, друзья, мы снимаем реально ради вас, поэтому обязательно, вот смотрите, видите, табличка. Это были вопросы про школьника, ставьте лайк. Обязательно ставьте лайк, друзья. Потому что мы реально очень ради вас стараемся, каждый день снимаем видосы, чтобы вам поднять настроение. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и... Да. В общем, дорогие друзья, да, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Евген Бро и ММО Школьник. Всем пока-пока! Все, друзья, пока-пока! Уху!